Мимо пошевелись. Я теперь махну. Аня потом просто... Это, наверное, твистеры, потому что они одинаковые. Потом сидим. Да, они говорят, что я знаю. Вот это тебе, Вань. Так, получается, еще одно такое же ведро. Это не чек, это, наверное, уважаемый гость. Это Лид Кладыш называется. Всем привет! Мы сегодня будем есть еду с KFC. Да, с KFC. Мы сегодня заказали KFC. У нас сегодня куриные ножки, крылышки, стрипсы, или как правильно называется? Стрипсы. Правильно? Да. Вот. И получается три твистера. Два бургера, получается, мы заказали чизбургер с луком. И вот этот шеф-бургер Джуниор острый. Да. Вот. Давайте это. Тут у нас еще соус кисло-сладкий. Соевый соус на всякий случай. Ай, Маша, покажи. И кетчуп. И кепчук. Кепчук. И у нас еще картошка фри. Целое ведро картофеля фри. Ну и попить. Давайте попробуем. Мы заказываем первый раз, ни разу. Мы пробовали, мы ездили туда, пробовали. А вот именно, чтобы заказать, пробуем первый раз. Привезли очень быстро. Давайте стакашки ваши сразу же разольем попить. Я первый, потому что я ближе к маме. Голодные до ужаса. Слюнки текут, запах стоит нереальный, все горячее. Маш, подними стакан, мне неудобно. Давай еще Ваню дали. Все. Так. Так, чтобы не обманывал, вот у нас из KFC. Ну, у нас вот еще картошечка из KFC. Так, давайте приступим. Кто с чего хочет попробовать? Я картошки фри. Я с твистера. Держи. Давайте покушаем. Простая, вкусная. Я тоже с твистера хочу попробовать. Такой лаваш интересный. А тут с твистера кто знает, а? Пробовал? Соусы кому что надо? Так, вот что там внутри. Ага. Пока непонятно. Покажи, ничего себе у тебя какая котлетоса-то. Вкусно. Смотри, какая. Соус обалденный. Надо? Ква. Кетчуп. Я попробую. Я поняла. Как тебе, Вань? Очень вкусно. Очень вкусно? Ну, как обычно. Самое вкусное, да. Мне кажется, мама про другое. Да, мама про другое имела в виду. Как обычно, у Вани все мимо рта валится. Обалденно. Вообще, мясо очень вкусное. Вот это мы первый раз заказывали. Очень вкусно. На улице такая жара, топить хочется. У нас сегодня жарища. Ну, я так думаю, не только на Урале жарища. А мы сидим дома.
В жару такую. Ванечка у нас занимается. Как Ванечка занимается? Хорошо. А что ты делаешь? Читаю книги. А какие книжки расскажешь? Новое платье короля. Дюймовочка. Слоненок. Да. Маугли начал читать? Маугли уже только что закончил. Свинопас? И свинопаса. Прочитал? Прочитал. Что-то ты еще читал? Тоже не протоживается. Между прочим, дети, крылья очень острые. Маша вот сейчас взяла. Остро? Уже второй есть. Да, остро. Теперь. У Маши тоже мимо рта бывает еще. Ванечка, вот ты вот то, что ты прочитал. Да ешь, матрешь, что у нас с вами Марта? Из того, что ты прочитал сегодня, вчера. Вот расскажи, что тебе понравилось. Мне понравилось Маугли. Маугли? Маугли. А как ты не хотел начинать его читать? Это же вообще трындец. Каждая сказка начинается с того, что у нас 10 минут истерики, сопли, слюни. Душа очень много. Ну вот ты когда начинал читать, тебе вот нравилось или нет? Угу. Интересно же. Еще было. Картинки такие милые были. Ты какой красивый. Самое первое. Самое что? Еще раз. Самая первая картинка такая милая. Картинка милая? Да. Вау. Косточки куда складывать? Да хоть на стол туда, на ножки, да и все. Вот такой вот он внутри. Огурчик, капустка, листья капусты получается. И соус. Огурчик солененький. Здесь вот две курочки. Сейчас, подожди, я покажу. Вот две курочки, вот таких острых. Крылышки вообще обалденно острые. На всякий случай побольше. Сына, если тебе остро, ты не ешь. Попробуй стрипсы. Ой-ой-ой, пей-пей-пей. Спасай ситуацию. Крылышки, да? Острющие. Ну-ка, у вас бургеры тогда поешьте. Они, наверное, не острые. Я так-то заказывала не острые. Для нас. Да. Так. Не знаю. Вот это острое. Да? Угу. Вот такие? Угу. А большие? А там не все крылья одинаковые. Вот это ладно. Попробуй. Пробуй. Ну как тебе? Нормально. Нормально. Угу. Подожди. Ты макаешь суп? Зачем? Нежнее будет. Кетчуп невкусный попила. Ну вкусно. Он даже в банке обычно берешь, красная вкуснее. Простой, который банк, дешевый, он вкуснее. Ну, я его тогда не буду. А взяла я вот такой вот, попробовать. Ну, по-моему, его брали уже. Нет. Вот такой вот, когда-то мы брали. Брали, может, убрали? Мы уже что только не брали, все уже пробовали. Только у нас память, как это, как у рыбки из мультика. Залетела и вылетела. Угу. Только рыбы, конечно, не летают. Как-то ты так ешь спокойно, как будто оно не острое.
ничего не чувствуешь? А бургер мне очень понравился. А вы еще не пробовали? У меня острый он, кстати. Мама всегда себе острая заказывает, потому что она любит острое. Ой-ой. Буги даже рот открыл. От вкусноты. А у вас с дополнительным сыром? Что, остро? Он сам сидит, вздыхает. А сам дышит, как дракон. Ладно, я попробую. Устал. Убирайте вон ведро, у вас стоит рядом с вами. Подвинь его поближе к себе. Он сейчас Ваня этот выпьет. Газировку. Угу. Можно тоже салфетку? Дракона-то надо потушить. Ага. Острёхонько. Да не. Вот эту пробу, она не должна быть острая. Да. Ну вот это. Бургер, булочка. Ты бы мордаху в первую очередь-то вытирала, потом руки. Алло, ты что-то зависаешь у нас сегодня. Мы тебя теряем. Алло, очнись. Что? Ты какой-то не в настроении. Почему? Не знаю. Ты уже наелся, что ли? Да нет, только сел кушать. Давай. Ты нету косточки? Нет. Как ты любишь салфетки в руках держать и кушать с ними? Кто пакетик достанет, положит в руку и начинает есть, то еще что-нибудь. Он с горчицей. И темный тоже. А майонез, горчица. Как он с горчицей будет не острым? Ну, по сравнению с крылышками. Что, остро? Только губы горят от огня. Дайте мне картошки попробовать. Да. Серую минуту. Что? Серую минуту? Сию минуту? Да. Дай попробовать кетчуп. Томат. Обыкновенный томат. А я бы не сказала, что невкусно. Такое. Так. Слабенько. Так себе. Так себе. Да. Можно я себе вот сюда так вот немножечко отсыплю? Мне, наверное, хватит. Слушайте, мне кажется, у нас картошка была вкуснее. Ого! Ого! Можно я съем? Ну. Угу. Ну кто так делает, Вань? Ну кто так делает? А? Так ты же держал, как я жертвом. Откусил ты, отпустила. Такая большая надежда упала. Все, хана твоей надежде. Можно еще салфеточку? Где моя? А там уже не салфеточка. Комочек салфетки. Ну, что тут разное? Главное, салфетку можно тебе еще взять. А Маша у нас чем занимается? Занимаюсь. А занимается быстро она. А потом сидит в телефоне. Играет в свою любимую игру. Где надо питомцев выращивать. Да. Играть с ними. Сейчас Ваня спалит всю контору.
А что тут палить? Это ясно, то, что она всегда играет. Все люди всегда играют. Даже у мамы появилась любимая игра, которую она играла без остановки. Пыталась пройти ее. Это было всего лишь пятиминутное помутнение разума. Хотелось просто побить твой рекорд. И все. Побила всего лишь два раза. Мой рекорд. Свой рекорд. А Маша твой рекорд побила. 96. 96. А ты взяла Машин рекорд. И ну все, держись. Я тоже буду скоро. А все, ты удалила? Все. А я заново зайду. Ну тогда там уже новый рекорд будет. Мамочка. Такая хрустящая. Что? Да. Он хотя одинаково, Маша. Вот это у нас все вышло на 1088 рублей. Так как у нас уже была это вместе с доставкой. Скидка 25%, так как мы первый раз с первым покупателем. Почему первый? Но мы первый раз через приложение заказали. Так вот мы же не первые покупатели. Хорошо, первый раз заказали через приложение, поэтому нам сделали скидку 25%. Окей? Окей. Ты что? Так я хочу хоть вопрос тебе задать. Моя? Как тебе вот вообще вот это вот? Да, как? Хорошо. Нормально. Произведение искусства. От Маши. Зато потом... Вкусно. После этого, наверное, не кушать придется, не знаю, сколько времени, да? Да. Это да. На недельную диету. Наверное, мама еще остро съест, потому что мама любит острое. Но оно реально остро. Вот прямо даже запить хочется. Пузырики. А пузырики надо есть. Да вот. Да, Маша? А? Тебе еще налить? Да. Мне. Нет. Так, что началось-то? Я не поняла. Давай. Ой, и так жарко. От этого перченого, остренного вообще просто нереально. Еще жарче становится. Такое ощущение, что сейчас в предбаннике, в бане, после бани. Да. Это кто не доел гамбургер? Ваня. А что такое? Не понравился? Понравился, только начал картошку есть. А, да? Вот я хочу попробовать и ножку, но я так думаю, на поменьше взять, чтобы я ее осилила. Ножку надо попробовать с моим любимым соусом. Ого. Слушайте, она не такая вот. Кстати, у нас такая же была. Мама, смотри, у нас такая же была. Вот у нас такая же была сосисочка. У кого-то тоже были недостатки. У всех свои недостатки. Они тоже жарили вдвоем. Как мама. У них есть такая же Маша. Ты такая же мама. Может быть. Я наелась. Да? Да. Нет. А? Проснись. Что-то вас снимают скрытая камера. Что-то замечтал я. О чем ты мечтаешь там? О мультиках. Вот, Вань. Вот ты начал говорить о том, что тебе Маугли понравилось. Из-за картинки, которая была первая там. Такая милота. А что там за картинка-то была?
Там такие собачки маленькие. Собачки? Волчата. Вот. Говори правильно. Собака и волк одно и то же. Да как это? Ну, похожи они, но по сущности это они же разные. Бывают одинаковые. Милые, они такие милые. А ты с ними в лес-то попадись, в лесу-то тебе потом вся милота пропадет. Они даже маленькие, вон, показывали, я смотрела передачу, даже маленькие злые скалятся так. Угу. Да, потому что сразу же родились. Ну, собаки тоже весь скалятся. Ну, да. У хищника, у него просто в крови заложены защищаться, обороняться, кидаться. А у собаки-то ведь нету такого. Почему нету? Mm. Собака себя, когда она бездомная, может защищаться и обороняться. Mm-hmm. Потому что она бездомная, потому что она в природе живет точно так же, как и волк. Волк же тоже не ручной, поэтому он дикий и кидается. Если собака будет уличная, она тоже будет считаться дикой, тогда она будет кидаться. А что? А мне раньше говорили то, что собаки были из волков. Порода. Ну, здесь такие. Короче, я не специалист в этом. Книжки так интересно. Вот планшет, который вот мы купили. За 20 тысяч. Цена не обязательно говорить. Вот. И у нас не все книжки дома есть. С переездом половина у нас осталась в деревне у бабушки. Вот. Что бы мы делали без мозга Машиного? Маша у нас просто компьютер ходячий. Найдет выход из любого положения. Предложила через интернет, через планшет смотреть, читать книги. И так удобно. Вообще различный сайт открываешь, заходишь, который тебе удобен, как тебе там с картинками, без картинками. Ой, без картинок. Без картинками. В общем, который тебе удобен, такой ты выбираешь и читаешь. Очень быстро. Вот я, ну, все равно согласись, книжка не так было, конечно, но с книжкой интересней. Странички перелистываешь там. А вот планшет это не то. На планшете тоже перелистываешь. И когда ты чувствуешь эту страничку, там как-то по-другому это все. Но удобно. Это просто удобный выход из положения. Если у тебя нет книжки, сейчас такое положение, что все закрыты, библиотеки, у нас даже книжные магазины закрыты. Да. Пошел, открыл планшете и читай. Правильно. Как всегда. Да. Вот прям вообще сытно. Но мне вот эта понравилась штука острая. Фу. Можно я еще съем? И я что-то уже объелась. О, я тоже объелся. Пар из носа мне прямо. Мне будто я выпил носом газировку. И прямо так шипит у меня в носу. Такой. И прямо шипит. Да. Даже слезы бывают текут. Невоспитанность, да? Почему? Ну так-то неприлично. Так я всегда его закрываю. Я даже когда вот это открываю. Пытаюсь даже его закрыть. Вот так вот. Слушайте, дети, я не знаю, как вы, но я уже объелась. Так, мы все пили. Я вот сейчас эту вот ножку доедаю. Да. И я все. И я все. Я уже. Это очень было вкусно. Это было экстремально, да ведь? Mm-hmm. Это было в ванне просто упоительно. Я смотрю. Упоительно. Какая-то картошка не соленая, вот что я поняла. Не соленая, у нас как-то было посолить. В конце ролика, Маша, ты все поняла.
А вот что не в конце. Угу. Что? А дальше вопрос хочешь задать? Это просто было сногсшибательно. Мне просто понравилось, я в восторге. Я опять заснул, замечтался. Еще затушить пожар, где? Дайте мне, пожалуйста. Запить водичкой. Мама говорила не пить. Да ты что? Ты сама говорила, из горла пить нельзя. Я ж не пью. Да что такое у нас везде прям? Давай, мама, с кобой сани. Да не пью. Такой звук. Ой, как хорошо. Взрывы такие. Ну что, мы будем прощаться? Скажем всем большое спасибо, что покушали с нами, что зашли на наш канал. Посмотрели наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и пишите обязательно комментарии. Нам под прошлым видео очень понравились Ванечки комментарии. Ну и Маше тоже, да. Конечно, там очень понравились комментарии. Всем тогда спасибо большое. Походу, Ваня у нас еще не наел. Картошки. Ну ладно, все, давайте всем скажем пока-пока. Всем пока-пока!